Shalom. Sami Visoki Bog e Christos Blagoslavit Vas. O nas Sivonia, druga tema. A Sivonia tema. Rajestva. Rajestva. Na anglisko eta Christmas. Rajestva eta ni praznik nashi Bog. E choros. Rajestva eta ni nashi Bog praznik. Rajestva eta ni nashi Bog praznik, ni Jesus Christos praznik. Хорошо. У нас сегодня что называется день рождения. День рождения это не наши люди культура. Это не наши люди культура. Никогда не можете читать об этом в Библии. Что наши люди отмечали этот праздник. Это невозможно. А если это не наши предков праздник, почему мы будем это отмечать сегодня? Это плохо. Я это буду читать сейчас. 25 декабря, не дата рождения Иисуса. Знаю, что в России у вас рождение в январе, 7 января. 7 января, 25 декабря, эти все дни наши Мессия, день рождения. Сначала мы не можем отмечать день рождения. Это не наши люди, культура. Но, Иисус Христос, Он не был родиться в зиму. Это в весну. Об этом сейчас буду читать. 25 декабря не дата рождения Иисуса. Дата была выбрана, чтобы созвучать как римскому фестивалю Сатурналия в честь Сатурна. Так и зимнему солнцу, также известному как непокорение солнца. Рождество. Это ежегодный праздник 25 декабря. Это не ознаменовывает рождение Иисуса Христа, которое известным временем. Согласно книге Луки, глава 2, стих 41 до 42. День рождения. Это не праздник от нашего Бога. Да не нам, всемогущим Богом. Это никогда не было записано в Библии, как традиция наших предков. Никогда вы можете читать об этом праздник, день рождения в Библии, где наши предков отмечали этот праздник или отмечали день рождения. Это не наши люди культуры. Сейчас мы будем продолжать на эту тему сегодня Рождество. Рождество. Мы об этом уже читали, что это остальные нации или люди праздник, которые не израилев. Это от Сатурналия фестивал. Это язычники фестивал. Это не наши люди культура или праздник. Сейчас мы открываем книга Исход, глава 20, стих 3. Почему я это буду читать? Когда мы отмечаем этот праздник, мы поклоняем другой Бог. А мы знаем, что у нас нет другой Бог. У нас только один Бог, самый высокий Бог, а у нас только один преподаватель. А сейчас открываем. Книга Исход, глава 20, стих 3. Книга Исход,
глава 20, стих 3. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Еще раз. Не будет у тебя других богов пред лицом моим. У нас один Бог. Когда, еще раз, когда мы отмечаем Рождество, мы поклоняем другой Бог или идол. Остальные люди Бог, если мусульмане, христианские, это не Бог в Библии. Наш Бог в Библии сказал, что мы все нужны, что мы все нужны сохранить все его законы или заповеди. Это что он сказал. Но в христианской церкви или мусульман, они ничего не сохраняют. Это плохо. Сейчас мы открываем книгу Сатир или Салм, глава 96, стих 5. Книга Салм. Глава 96, стих 5. Ибо все боги народов идоли. Еще раз. Ибо все боги народов идоли. А Господь небеса сотворил. Еще раз. Ибо все боги народов идоли. Что это значит? Остальные народов Бог – это идол. Это традиция у нас сегодня. Христианская культура или мусульмане. Это не что наш Бог сдал наши люди в пустыне, когда Он говорил к нам через Моисей. Он в Библии сказал, что у вас есть только один Бог. Это я. У нас нет другой Бог пред лицом моим. А здесь он сказал нас, ибо все боги народов идоли. Сатурна, который мы отмечаем в декабре 25, это другой Бог, это идол. Рождество, это другой Бог – это идол. Никогда вы не можете читать в Библии, где Иисус Христос, наш король или наш Мессия, сказал, что мы должны отмечать его день рождения или его апостоли. Они никогда это сказали. А кто это сказал? Это человек. Просто человек на улице, в церковь. Он сидел и писал, что это должно быть нашей культурой или традицией. Я знаю, что его зовут император Константин. Он это начался. День рождения – это не наша культура. Рождество – это не заповедь или закон для наших людей. Бог ненавидит это. Это плохо. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.